Хейо, гайс, с вами Дмитрий. Да, я вернулся в Outlast. Ну, для меня это 2 дня возвращения в Outlast, для вас, может быть, это просто очередная серия повторная. А как вы помните, мы в какой-то больнице или что-то наподобие больницы, как тюрьма. Мы находимся хрен знает где. У меня звуки как обычно максимум. Чтоб я обосрался, как обычно, ну. Ну вы понимаете, атмосферненько ведь. Ну, чтоб я успевал поворачиваться, да и все. Так, ну вот осе. Здравствуйте. Время почитай, да, как обычно, с ошибками, блять, как обычно, как обычное дело. Документы. Отец Мартин, художник, рисующий пальцем. Так, блак, пациент отец Мартин Арчимбода. Хелен. Доктор Цайнхер дал мне вашу конкретную информацию в связи с отметкой художественной программы. Мой пациент Мартин Арчимбода показывает существенные успехи в ходе терапии благодаря рисованию пальцами. Всего через неделю после отмены художественной программы его шизофреничные утверждения о голосах высших сил серьезно усилились. Пожалуйста, разрешите человеку рисовать пальцем. Несколько долларов сэкономьте на краску, тут же расходуются на дорогостоящий клозапин. Я не вижу в происходящих никаких логики, если только настоящая цель Мерков не является полный отрыв пациента от реальности. Пожалуйста, держите меня в курсе. Доктор Нил Вельхрам. Походу, пациент, который рисует пальчиками, это вот этот. Парень, ты рисуешь пальчиками? Так, мне предлагают типа туда спрыгнуть. Bad ideas, так? Ох. Понимаю. Заткнись. Дай мне подумать! Тихо! Тихо! Я понял. Это были не эксперименты, а ритуалы. Черная магия. Понимаю, приятель. Подожди, сейчас будет у меня черная магия, походу, по сраке. Там кого-то просто убили. Я понимаю, я за это время должен был туда проскочить. В основном враги ходят, как я заметил. Там, где мы ходим. Веди себя тише. Тихо. Плохое предчувствие. А не, он там стоит. Давайте сделаем так. Если он на меня побежит...
Веди себя тише. А, то есть он по-любому на меня смотрит. Серьезно, то есть он мне он за мной по-любому побежит? Серьезно. А что там в тумбочках? Мы можем, в принципе, пройти и посмотреть, что там. Веди типа. Веди себя тише. Тут за скриптом, если я иду сюда, он идет туда. Давайте я просто к нему подойду. Веди себя тише. А, окей. Так, подожди, батареечка. Что имеется в виду тише? Так, по факту я сюда мог спрятаться. Ну, смотрите, он на меня не нападает. Скорее всего, если... Скорее всего, если я буду бежать, он на меня нападет. А, сохранить здесь не будет. Ладно. Казалось, там папочка мне нужная. Давайте просто пойду. Надеюсь, он на меня не нападет. Тихоря. Веди себя тише. Я веду себя тише. Эй, приятель, приятель. Послушай, я вообще-то открыть хочу. Я понял. Спасибо. А почему, главное, тот на меня напал? Не, поняли? Я сейчас пытаюсь как-то страх свой угомонить. Типа, окей, это игра. Типа я несколько раз помер. Чего? Чего? Почему я тут сохранился? Где я нахожусь? Это не я. Я понимаю, что меня только может тронуть тот. В смысле, он только тут один? Не, тогда вообще я сейчас нихера не понял. Откуда там тот взялся? Походу, я должен был просто себя тихо вести. Ничего не делать. Фу, блядь. Странно. Понимаю. Свои желания. Что пересечь про? Но теперь. Прямо сейчас. Теперь-то мы себя побалуем. Да. Его язык и печень. Твои. Мои. Ребят, я понимаю, вы за мной погонитесь, да? Как я понимаю, они за мной погонятся.
То есть тут на исследование время не дают? Я так понимаю? Я правильно, да, понимаю? Так, еще одни данные. Документы. Так, память по обслуживанию очистительного входа. Корпорация Мерков. Обслуживание очистки входа. Памятка. Надлежащее обслуживание очистки входа чрезвычайно важно для безопасности проекта. Вальридер. Обратитесь к руководству по обслуживанию корпорации Мерков. Или получить указание от старшего сотрудника с необходимым уровнем доступа к секретной информации. Мне желательно просто, ребят, понять... Ну, типа, я понял, я несколько раз специально буду отдаваться, чтобы меня убили. Чтобы я хотя бы понимал, куда мне бежать. Батарейка. Потому что, мне кажется, я ёбнусь бежать мне в рандомное место. Есть ли документы? Память, окей. Последние документы, которые мы собираем, остаются? Да вообще посрать. Так, мне нужна какая-то карточка. Хорошо, примерный маршрут мы с вами сделали. Мы отсюда будем бежать сюда и засовывать сраную карточку. Еба. Понимаю, вот здесь я в безопасности, типа. Жалко, что тут нету индикатора. Ты спрятался. Было бы неплохо, на самом деле. Понял. Так, сюда бежать. Так, я пытаюсь осторожненько, ребят. Я понимаю, что здесь, походу, все заскриптовано. И пройти без палева нельзя. Вот это на самом деле вот херово. Типа почему? Я не могу не палиться. Так, это типа душевой. Могу я... А, этот свет мне палит. Боже, он исчез. Попал без следа. Это что за сарказм? Да, так и есть. Думает, мы придурки. Или тупицы. А давайте вытащим его и скроем ему пузо. Погоди. Они сейчас же за мной побегут, да? Чел, просто спрыгни, здесь не такая же большая высота. Я жду молнии. Блять, молния, не подводи меня нахуй.
Так, хорошо. Епа, тут жестоко здесь со всеми происходит. Фриз, как будто, знаете, меня сейчас должны были схватить или заметить, по крайней мере. Так, документы. Свидетельство о смерти доктора Веркини. Обратите внимание на прилагающую копию свидетельства о смерти Вольфреда Г. Веркини. Субподрядчики психиатрического исследования Мерков. А наследников нету. Штат Колорадо. Держите... Так, против света. Держите против света, чтобы увидеть водяные знаки. Бла-бла-бла. Местоположение Колорадо. Населенный пункт. Заповедник Маунт Мэссив. Полное имя Рудольф Густав Верники. Продолжительность пребывания в населении, пункте, где, так, где произошла смерть, 0 лет, 7 месяцев. Продолжительность пребывания в США для родившегося за рубежом, 55 лет. Пол мужской, цвет кожи, так, раса белый. Семейное положение, холост, дата, ладно. Германия, настоящая, так, настоящая подтверждает, что я лечил больного, бла-бла-бла, по, видел его живым, та-та-та, а смерть поступила в 4 часа 11 минут того же числа. Основой и сопутствующим причинам смерти является следующим. Сердечная недостаточность, связанная с возрастом больного. Настоящее подтверждение, что данная копия официальной записи верна и является точной. Так, сначала... Это я что открываю? Подождите, подождите. Пока не будем. Пока не ворошим. Так, я понимаю, люк, да, должен открыться, либо что-то типа того. Ух ты, чё? Окей, я упал куда-то. Бля, это случайно там, где этот гигант был? С цепью. Бля. Быстро на второй этаж ищем проход. Мне интересно, он вообще знает, где я нахожусь? Свинчик. Понимаете, дело в том, что они даже слышат, когда я крадусь. То есть здесь эти моменты на самом деле заскриптованы. Ага.
пока прячемся. Пытаемся делать как в реальности, блять. Ну, кто полезет на громилу, когда ты... Хиленький челик. Репортер. Он стоит. Он под нами, он может услышать, если я встану. Бля. Бля. Бля, бля, бля. Ну быстрее, ползи! Ладно, он исчез. Воу! Ты дурачок? Ты дурачок, да? Какого черта он меня заметил? Типа, он услышал, где я? Так, я вижу, там подъем. Куда-то наверх. Нет, пожалуйста, боже, о нет. Хотя, может, тут безопасно? Мне кажется, тут небезопасно. Ладно. Очередной колясочник, мы таких знаем. Да-да, мы знаем таких, мы знаем. Плохо. Спасибо, приятель. Херово то, что тут батареек нету. У меня батареечки заканчиваются. Приятель, пожалуйста, не лови меня. Тихо, тихо, тихо. Заперто. Так, новые документы, поехали. Некролог доктор Вернике. Некролог взял из... Так, Рудольф Г. Вернике. Доктор Рудольф Г. Вернике ушел из жизни в возрасте 90 лет, продолжает заниматься любимым делом. 28 февраля 2009 года. Он родился в Германии, в Мюнхене, в 1918 году.
и стал известен в научных и математических кругах благодаря статье, написанной в соавторстве с Аланом Тьюрингом, пионером компьютерной эры. После темной истории с работой на военной нужде Германии, он эмигрировал в Соединенные Штаты в 1949 году, получив визу от государственного департамента. После нескольких десятилетий правительство исследовало в Лос-Антосе. О, так. Исследование в Лос-Антосе. Он отошел от дел и перебрался в Нью-Мексико, где посвятил себе ландшафтной фотографии и заботе о своих кошках. В начале нового тысячелетия он отправился в Колорадо с целью благотворительного сотрудничества с корпорацией Меркев. Компания выпустила заявление, что доктор Вереника был истинным гуманистом и человеком великой душевной щедрости. Никто из близких ему не так, его не пережил. Окей. Так. Мне бы батарейки на самом деле найти. Лол. Что мне делать? А, все понял. Батареечка. Ага, мне не сюда. Очередной красавчик. Так, обосранная кровать. Все, все. Сука, урод, там, там. Ладно, ладно, все. Агрессивный какой. Ладно. Не страшно, не страшно. Ну, блин. Мы примерно с вами понимаем, что нас ожидает вообще здесь. Поэтому, можно сказать, не страшно. Здорово. Да, хорошо. Мы играем осторожно, поэтому, знаете... Мы типа не спешим, никуда не бежим. Оказывается, врагов можно обманывать. Тот, конечно, что сразу на меня пошел, это было довольно палевно. Типа тут батарейки нету, хотя здесь есть радио. Тут можно спрятаться. А, подожди. Ясно. Ну, нам только сюда. Нужно, короче, кровавые записи, да, такие вот в заметки добавлять. Вальридера. Повсюду царит слово «Валидер». Так называют эксперимент, который Меркав сделал... Так, здесь проводил. Но пациенты говорят о Вильдере как о чем-то реально существующем, вроде демона или духа. Ничто найдено ими в горах. Я бы списал это на шизофрению, но я же и сам видел нечто. Может быть, какой-то сбой в камере или само это место подбирает ко мне ключики. Короче, нужно обычной камерой. Так, ну мне по-любому же туда все равно прыгать. Душевая.
Это не духи, это просто гул трупа и ветра. Ребят, это просто сквозняк. Но вы можете послушать это. Стрёмно, стрёмно. Ладно, я согласен, пойдемте отсюда. Найдите выход из канализации. Понимаю. Так, мы теперь, короче, прибыли с вами в канализацию. И я вот теперь не знаю, давайте, я думаю, мы с вами на этом закончим, на канализации. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.